Здравствуйте, Руслан. Вы в школе хорошо учились? Были ботаником или хулиганом? Все-таки я был таким, наверное, средним учеником. Потому что я и прогуливал уроки. Я и не делал иногда домашнее задание. Несмотря на то, что дисциплина у нас в семье была очень жесткая, так как отец военный. Я не учился на одни пятерки. Я любил пошалить, похулиганить. Вот я, например, вот сейчас возвращаюсь мысленно там 87-й год и первый класс. И если бы я задаю вопрос сейчас, вот прямо при тебе, если бы я учился на пятерке и был бы ботаником, кем бы я бы сейчас был? Был ли я перед тобой на этом кресле? Я сомневаюсь.